всех после работы, уже после душа, красный такой, морда красная. Смотрите, вы все знаете, что я, ну, кто видел, следит за мной, видели, что я регулярно сдаю кровь, что я донор. Вот они мне прислали какой-то конверт, письмецо. Там что-то есть, хочется посмотреть, потому что вот прошлый раз, последний раз, это был крайний раз, это был мое десятое, ну, десятый раз, когда я сдаю донорство. Вот распаковываем при вас и открываем, смотрим, что там. Значит, какое-то благодарное письмо. Thank you, dear Евгений, бла-бла-бла. И тут десяточки везде, видите? Спасибо, I'm a 10 donor. Так, вот такая черная какая-то папочка. Ух ты, и тут благодарность тоже. Спасибо, Петропов Евгений, это я, соответственно. Спасибо за то, что вы 10 раз сдавали кровь. Класс, такая вот черная, красивая бумага, упаковочка. Супер, и еще что-то. Ух ты, еще какая-то коробочка. Что же там? Значочек. Ух ты, упал. Значок, смотрите, какой классный. Такой гвоздик. Гвоздик, который говорит о том, что я... Да, действительно, подтверждено. 10 раз сдал кровь на благотворительность. Ну, вот пожертвовал свою кровь. Ну что, приятно, супер. Кстати, недавно, на прошлой неделе, вроде пришла смс-ка. Типа, спасибо за то, что вы последний раз сдавали кровь, бла-бла-бла. И еще указано, в какой госпиталь она даже пошла, моя кровь. Поэтому, класс. Первая моя грамота в Англии за то, что я сдал кровь. Ну, и была еще в Молдавии, я там еще тоже сдавал. Поэтому, все, буду дальше продолжать. Так все будет хорошо.